Всем привет, ребята, всем здорово, с вами Серега, и на своей пасеке. Давненько меня не было в эфире, но был очень занят и занят до сих пор. А занят я именно тем, что откачиваю мед, как и в принципе и многие пчеловоды с ульев. Работа эта нелегкая, непростая, все надо делать очень быстро. И если еще в регионе есть, как у меня, подсолнух разновозрастной, то еще и на время это все нужно делать, для того, чтобы как можно скорее и быстрее, первое, обновить рамки, дать работу пчелиной матке, чтобы она могла кидать яйцо более масштабно и побольше, так как чем раньше она начнет нормально подсевать, тем семья будет более лучше подготовлена к зиме и более легче будет вывести новое поколение уже. Зимнюю пчелу имеется в виду, августовскую. Ну и также второй момент, это чтобы пчела, которая изношена, измучена, у которой ограниченный жизненный ресурс, так как этот год очень засушливый, очень тяжелый для пчелы, чтобы она могла выполнить максимально свой долг и занести мед еще раз, второй раз в улья. Поэтому работай на время. Значит, ребят, перешел я на очередной ряд ульев, заканчиваю, не знаю, говорил или нет, уже заканчиваю по пасеке, уже немного осталось мне. И, в принципе, уже я начал и дошел до лежака на 28 рамок. Сегодня я вам покажу, сколько меда в лежаке на 28 рамок и вообще способна ли семья в одну матку принести такое количество меда, ну, имеется в виду 28 рамок, это немалое количество, это, считай, грубо говоря, два улья. Способны ли пчелы в одну матку принести столько меда. Конечно, ранее я объяснял, рассказывал про эти улья. Многие там могут подумать, что я там скрещивал семьи, делал медовики. В принципе, раньше я этим занимался, но потом понял, что я не успеваю, и в этом нету смысла, так как решил сделать больше упор на качество, именно выходить на качественные матки, которые могли бы свободно работать и набирать мед, развиваться при этом, то есть чтобы матки было место и для развития, и пчелам для заноса меда. И ранее я объяснял, что держу я на своей стационарной пасеке такие лежаки для того, чтобы выиграть время, для того, чтобы откачивать в первую очередь улья, которые поменьше, там 20-22 рамки, 24 рамки лежаки. Во-первых, что семьи все на пасеке разные, есть более прогрессивные, есть которые опережают одни других по пасеке, ну одни семьи других семей опережают, нагоняют силу, и как бы больше равняюсь на них и откачиваю их, знаю, что они себя еще раз проявят, еще занесут меда. А уже вот такие вот лежаки, я их качаю в последнюю очередь. И, как правило, у меня одна качка. Ну, уже так как заканчиваю, все равно выбора нет. Хотя еще есть там место, ну, и есть уже что и качать. Уже они практически забили его. Но вижу, что еще есть им куда заносить. Как бы это дает мне понять, что я вовремя все делаю. Все у меня выходит, все хорошо. Пчела, кстати, на прилетной доске не висит, работает. И еще также акцентирую свое внимание на то, что еще есть подсолнух. То есть подсолнуха еще хватает, так как есть подсолнух, который раскрылся, ребят, дней 5 назад. Есть подсолнух, который еще зеленый. То есть два пая еще есть, которые вот только раскрываются, еще зеленые маяки. То есть подсолнуха еще хватает, поэтому, в принципе, я могу смело забирать сейчас весь мед и пока не оставлять мед на зиму, так как и погода, и температура позволяет, а это главное, что нужно, и как бы и есть и медонос. Медоносная база еще есть, ее еще хватает, так как ранее были года, подсолнуха было меньше, в которых подсолнуха было меньше, и уже как бы понимаешь, что все, что уже нужно и пчелам что-то оставить на зиму.
Так что такие вот дела, ребят. Ладно, поехали. Сегодня все покажу и поговорим по поводу печатного расплода. И посмотрим, сколько меда. И будем заниматься тем, что буду я отбирать. Ну, будем заниматься, имеется в виду, буду я заниматься. Вы будете смотреть, сколько меда, какие рамки и почему отбираю. И все остальное. Значит, вот приготовил. У меня, как правило, 3 ящика. Приготовил я. Пчелы очень спокойные. Я качаю в одной футболке. Без каких-либо проблем. Пчелу прям трошу. Ну, вот есть место у них еще. Есть место. Давайте я вам покажу. То есть мы видим, что пчела посещает все улочки. Ставил я овощину и видим, что еще есть место для работы. Но будем освобождать. Будем освобождать, так как дадим работу и матке, и пусть матка тоже червит, и заберем мед, и также еще у нас есть медоносная база, как я и сказал, поэтому можно смело работать. Так что мы видим, что в принципе все вовремя делается мной. Мед очень густой, ребят, и он уже не блестит. Я тоже ранее об этом говорил, что отбираю рамки, я смотрю и на блески, и на вес. Но это уже опыт, я просто знаю, что уже мед готовый. Значит, там есть тоже такие вот диванные эксперты, которые говорят, ты там делаешь неправильно, надо дождаться печатки. Дело в том, что в моем регионе, я не знаю, как в других регионах, в моем регионе мед настолько густой, и дождей всегда мало. Они есть, но они мало, как правило, в такой вот период цветения подсолнуха. И мед, он просто не вылетает сота при откачке. Без печатки просто рвутся рамки на раз. Неважно, медленно ты крутишь, немедленно. Ушком влево ставишь, ушком вправо в кассету ставишь, неважно. Мед остается весь там, оно все прокрутилось, и оно под весом вместе, воск вместе с медом рвет, отрывается, рвет рамку, все рвется, это все отрывается, и потом все это кидаешь в сито, и рамка в непригодность приходит. Поэтому вот такие вот дела, ребят. Вот так вот забираем. Рамка очень тяжелая, забираем ее. Так, ребят, едем дальше. Крайняя рамка была тяжелая. Это вот вторая от края уже вот такая вот рамочка. Тоже вот на 5 пальцев, на 4, на 5 уже залито. Тоже забираем ее, трусим. Пчела не реагирует совершенно, хотя уже дело ближе к вечеру. Ну вот, тоже третья рамка, есть печатный расплод. И все у меду. Все, уже мед густой. И хочу сказать, ребят, что именно вот такой мед нужно успевать забирать, откачивать. Потому что если запустить, будет беда. Я просто
уйму рамок испорчу, как я и сказал, и вот повторяюсь еще раз. Значит, почему можно брать рамки с вот таким вот печатным расплодом? Дело в том, что здесь уже созревший организм, куколка, молодая пчелка, и если она, ну там еще молодая, уже организм, уже он занимает всю ячейку в печатном расплоде. Ну, как только пчелки запечатали, там уже маленькая пчелка, эта беленькая, она уже на всю ячейку. Ей совершенно ничего не будет, медогонки. Да и рамки такие вот, уже где мед сильно густой, на больших оборотах не качаются, потому что тоже есть вероятность того, что они могут порваться. Поэтому куколке, как правило, ну, ничего там не будет, ну, вот этой пчелке. Особенно если печатный расплод уже на выходе, тем более, там уже пчелка, она еще больше созревшая и уже занимает полностью весь так свой называемый домик, в котором она находится. Ну, сот имеется в виду, ребят. Поэтому такие вот рамки и забираются. Именно с печатным расплодом, с любым печатным расплодом. Вот я ставил ващину, они ее еще не оттянули. Мы ее пока в сторону уберем, ну как, практически оттянули. Ващина нам дает понять, что вовремя мы все делаем. Откачиваем, видим тоже созревшую рамку с медом. Смотрим, чтобы не было маточки, ну так. Хотя матка нам не нужна. У нас улей очень удобный этот лежак. Конечно, как только образовался карман, пчелу лучше струшивать в карман. Но у меня пчела вообще, она не реагирует. Эти дни вообще спокойно качаю. Ну, сейчас будем уже струшивать в карман пчелку, чтобы не раздражать эту пчелку. Так как это более правильнее, ребят. То есть первые рамки трусите, и как только карман, сразу трусите в карман пчелу, чтобы она понизу уходила. Потому что если трусить все время наверх, вы будете таким образом будете раздражать пчел. Ну и в дальнейшем, как дойдете до середины, появится агрессия и будут жалить вас. Хотя, я же говорю, есть такие пчелы, что они вообще не реагируют, даже если трусишь и наверх. Ну, здесь я матку не вижу. Вот видим, что выходит расплод. Расплод серенький на выходе. Мы не видим никакого открытого расплода. Лупится пчелка. И все у нас в меду. Поэтому мы тоже такую рамку забираем. Ващину уже не хотят тянуть, ну, оттянут. Тоже темная рамка вся залитая на 4 пальца у нас. Забираем на откачку. Ващинка отстроенная, но рамка, матка, вернее, еще не зашла сюда. Пока в сторону ее оставим. Ну вот, ребят, попалась нам рамочка, которая
которую нельзя брать на откачку. Она в этом не нуждается. Строго нельзя. Мы видим, конечно же, мы видим и печатный расплод, но мы видим и червячок. Вот еще пчела не закрыла. Личинка. Есть личинка, ребят, и она может вылететь. Она может вылететь, ну не может, она и вылетит у нас вся. У медогонку, поэтому такую рамку мы не берем на откачку. Ну вот видно, что здесь личинка есть. То есть пчела еще не печатает, еще кормит. Следующая рамка у нас тоже есть личинка, разновозрастной расплод, вот, открытый. И тоже нам нельзя брать эту рамку. Дошли мы, можно сказать, до гнезда. Но я не вижу здесь матки. Ну вот наша маточка ходит. Зашла на овощину молодую, оттянутую. И червить здесь. Это хорошо, что мы увидели матку. Дальше пойдут уже медовые рамки. Ну вот. Еще одна медовая рамка. Забираем на откачку. Здесь у нас открытый расплод. Оставляем. Оставляем, и сюда мы поставим овощину, чтобы они оттянули. То есть здесь расплод, в разрез поставим овощину, чтобы оттянули. Следующая у нас медовая рамка. Каждая пчела на счету во время медосбора на подсолнухе. Пчела очень снашивается. Тем более в этом сезоне жара, дождей нету. Так, тоже рамка у нас медовая. Забираем ее. Следующая рамка у нас. Что мы здесь видим? Расплод. Есть расплод. Медовая рамочка. Ребята, такая вот. Одна пчелка ужалила. Вечер есть вечер. А качать надо.
следующая рамка мед. Вот такая вот, видите. Подсеяла маточка, это хорошо. Это и надо. Тем лучше. В зиму будут идти. Забираем. Следующая рамка. Тоже медовая была овощина. Забрали под мед. Забираем, ребят. Мучим щетку. Следующая рамка тоже медовая. Тоже мед. Тоже забираем. Медовая рамочка, вот видите, что они делают, когда запускаешь ситуацию, начинает тут хода себе проделывать, и уже рамка по сути испорчена. Тоже медовая, ребятки, мы ее забираем. Совершенно уже нектар не блестит, это мед. Видите, что блеск совсем отличается. Ну и вес, конечно же, вес. Уже не надо никакие там дозиметры. Тоже медовая рамочка. Была овощина, забрали под мед, тоже печаточка, все, сот вытягивает. Собираем. Еще можно, конечно, сказать, и здесь мы оставили 3-4 рамки медовые, но там открытый расплод. Вот запечатают, потом можно эти рамки забрать. Тоже медовая, ребят, видите. Ну, печатный расплод немного, но открытого нету. Тоже мы это все дело забираем. Осталось у нас 4 рамки. Не жадничаем, конечно. Так что, ребят, даже если, ну вот, пчела только закрыла ячейку, имеется в виду расплоднюю, там внутри еще личинка, это тоже ничего страшного, ей ничего не будет. Ну, но как правило забираются рамки именно с печатным расплодом на выходе. Опа, уронил, видите, соскочила. Как правило, ребят, забираются рамки именно с печатным расплодом на выходе, потому как печатный расплод на выходе и еще молодой расплод, он отличается. Тот расплод, который на выходе, он более темнее, более серее, такой темно-коричневый цвет у него. А молодой расплод, он еще такой относительно бело-серый. Его сразу видно. Поэтому, в принципе,
Но как бы я на практике, на опыте брал и тот расплод, совершенно никак это не отражается на нем. То есть пчела выходит и все хорошо. Ну, если вы уже совсем так принципиально, то у вас там небольшое количество улев, то как бы можете оставлять такие рамки и, ну, именно с молодым печатным расплодом. Здесь как бы ничего страшного нет, вы потом в любое время можете просто забрать эти рамки и откачать. Уже расплод выйдет, пчелы зальют эту рамку, и этот мед никуда не денется. Вопрос в том, что вам нужно будет опять подходить к улью, опять тратить время, и будет меньшее время по приносу. То есть пчелам меньше будет работы, так как вы оставили ну, приличное количество рамок, и вам опять придется тревожить пчелу, то есть раньше положенного срока. Так бы пчелы вам работали на большем количестве рамок и занесли бы больше меда. Ну а так, конечно же, вам придется опять тревожить пчел, сбивать их, делать им по сути стресс. И целый день на смарку выходит. Разве что вы запишете этот улей и потом под вечер его откачаете, ближе к вечеру, во второй половине дня. Тогда, в принципе, можно так еще сделать. Значит, тоже рамка медовая, видите, уже дуть начинает. Хоть и не печатают, но уже начинают дуть, и рамка очень тяжелая. Ну, а здесь у нас печаточка. Здесь у нас печаточка. Ну, тоже забираем ее на откачку. Так, ну а здесь у нас, конечно же, вощина. Тянут понемножку. Мы ее сюда поставим. И последняя рамка у нас легенькая. Не берем ее. То есть, ну вот видим... сейчас я даже покажу. Вот есть рамка для примера, какую... В принципе, нельзя брать, и в ней еще нектар, и еще не созревший мед, можно сказать. То есть сейчас вот скрушу специально, покажу вам. Вот видите, блеск более выраженный такой у нектара. И рамка, конечно же, легкая. Вот видите, больше блестит, отличие есть, и рамка легкая, хоть и залитая. То есть это нектар, его брать нельзя, потому что он забродит. Даже если и так не отличаете, то всегда можете отличить по весу. Конечно же, ребят, не, мы ее сюда поставим пока. Конечно же, ребят, рамки, которые отбираются на 4 пальца и там блеск уже меда не так выраженный, там, конечно же, есть какой-то процент влаги, но он весь испаряется, весь выходит. Даже вот вы в тару откачиваете, в таре оно все там испарится, и уже у вас будет настоящий мед. Ну, как бы это опыт, это надо разбираться и подстраиваться под свой регион, во-первых, потому что если другие могут себе позволить качать в своем климате именно хороший печатный мед, запечатанный, то и им нужно время, во-первых, им нужно время, чтобы пчелы действительно выпарили всю влагу и был уже мед, то здесь это время не нужно. Здесь пчелы несут уже практически готовый мед. Все, потому что, ну, такой вот регион, такой вот климат сухой, дождей мало и в цветке практически влаги нет, поэтому здесь процессы, они более быстрее происходят, чем нежели там у других, там им надо больше времени, и они там видят, что у них еще
есть, ну, что это нектар, и им нужно именно дождаться печатки, то здесь ее не нужно дожидаться, потому что здесь как бы это уже мед, и если переборщить, во-первых, себе в нагрузку, будет больше времени уходить на откачку, это раз, больше возиться с ульем придется, и, конечно же, много рамок можно угробить, это все как бы тоже затраты, труд, потом заново это все наващивать, то, что угробилось, перетапливать, это все труд. Вот такие вот дела, ребят. Ну, вот так вот я отобрал. В принципе, у нас еще здесь остались медовые рамки. Получается, эта рамочка медовая. И эти две рамки медовые. Это у нас расплод. А, ну и вот эта вот четвертая рамка тоже медовая. Никуда он не денется. Там у нас просто где-то с пяток открытого расплода, где-то даже больше, ну, практически на всю рамку. Пчела важнее. Оставляем это все. Ну и вот практически весь улей мы отобрали. Ну, вернее, я отобрал. То есть, вот такой вот результат. Сейчас откачиваем, ставим на место. И, ребят, что важно. Когда вы откачиваете вот лежак, гнездо, допустим, у вас находилось. Ну, у меня оно, конечно, по центре находилось. Если по центре, можно в любой край. В данном случае по центре находилось. Если у вас в лежаке гнездо находилось справа, допустим, ну, образно, то вы его смещаете влево, потому как это был хвост у нас, и пчела, как правило, она от гнезда разносит мед ближе к хвосту, и здесь, ну, получается больше до середины уже среднее количество, и меньше, то есть на уменьшение идет разнос нектара. Для того, чтобы стабилизировать и сделать балансировку в улье на второй заход, мы смещаем гнездо влево, там, где у нас был хвост. Таким образом, матка начинает здесь работать, сюда переконцентрируется вся пчела. А здесь, так как она привыкла здесь работать, здесь тоже останется часть пчелы. И получается 50 на 50 распределение будет. И равномерный занос нектара будет во все рамки Дадан 300. Такие вот дела. Ну, а если по центре, то в любой край смещаете и все. Но я в данном случае сместил его влево. Здесь гнездо будет. Ну и как бы и здесь получается акцент был больше на правый край, потому что здесь было гнездо, но пчела снесла, пошла вся вправо. Здесь у нас было большее количество медовых рамок, и самые такие увесистые рамки медовые были именно в правом краю. Значит, хвост у нас был слева, значит, влево все перемещаем, как сделали в данном случае. Все, ребят, сейчас это все откачиваем, возвращаем, и на сегодня, наверное, хватит. Все, всем пока, всем счастливо, всем удачи.